Бектілген кестеге сәйкес, біздің министерлік үкімет мүшелері республика бойынша зейнетақы жүйесіндегі жасалып атқан өзгерістер бойынша халықпен кездесіп атыр. Ел ішіндегі көтеріліп отырған сұрақтардың бірі ол жас 50-ден асқан азаматтардың, соны ішінде әйел азаматтардың жұмыспен қамтылуы, жұмыс орнын сақтау, арнайы жұмыс орындарын ашылу. С этой целью повышение жизненного уровня граждан этой возрастной категории, создание возможностей для достаточных пенсионных накоплений и снижение общего уровня безработицы, Министерством труда и социальной защиты разработан комплексный план содействия занятости лиц старше 50 лет. Инициатива 50+. Данный план разработан с учетом рекомендаций Международной организации труда. На слайде вы видите рекомендации. Кроме того, следующий слайд. Кроме того, при разработке плана изучен зарубежный опыт содействия занятости лиц старше 50 лет. Практически во всех странах Евросоюза данный опыт присутствует. В этой связи, Сергей Ильич, мы в комплексном плане включили создание рабочих мест в рамках реализуемых сегодня государственных отраслевых программ. До 2020 года потребность в рабочих местах составляет 508 тысяч рабочих мест. Для этого, в частности, предусмотрено широкое участие женщин в государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, стимулирование предпринимательства среди лиц старше 50 лет в рамках программы «Дорожная карта Бизнес-2020». В целях развития личных подсобных хозяйств, обеспечения продуктивной занятости среди самозанятого населения, программы занятости 2020 намечена реализация проектов по животноводству, растениеводству, переработке выпускаемой продукции, народным художественным промыслом и ремеслом. Через программу «Агробизнес-2020» предлагается расширение доступа пожилых фермеров к финансовым ресурсам и новым технологиям, поддержка малых и микропредприятий, создание сельских потребительских кооперативов, семейных ферм. Будет рассмотрено внедрение европейского опыта по квотированию рабочих мест для трудоустройства лиц старше 50 лет. Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации сотрудников этой возрастной категории, работающих в бюджетных учреждениях и предприятиях с государственным участием. Обеспечение трудоустройства, сохранение рабочих мест, создание достойных условий труда будет условием генерального, отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров. В связи с этим возрастает роль неправительственных организаций, в данном случае организации Ассоциации работодателей и профсоюзов. Кроме того, чтобы стимулировать участие неправительственного сектора в обеспечении занятости лиц старше 50 лет, к примеру, частные агентства по трудоустройству, будет выделяться государственный социальный заказ. Гарантии направлены на устранение дискриминации при трудоустройстве и сохранении занятости лиц предпенсионного возраста, обеспечить внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс комплексным планом. Также предусмотрено и введение общественного контроля по выполнению требований закона, который будет организован с помощью профсоюзов. Эти меры позволят обеспечить создание рабочих мест, условия для предпринимательской инициативы, занятость лиц старше 50 лет и гарантии для работающих граждан. Спасибо за внимание.